В общественно-парламентском центре Московской городской думы состоялась межрегиональная конференция «Женщины с инвалидностью в бизнесе и общественной работе», которую организовал научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Людмилы Ивановны Швецовой. Посмотри на них, какая сила воли, давай бери пример, ведь это того стоит. Никаких границ, входи в любые двери, тебе всего лишь надо смело в себя. Встреча завершилась показом платьев дизайнера Ольги Каурцевой. Изящные наряды и очаровательные модели имели у публики несомненный успех. И моя задача вот своими платьями показать красоту этих женщин, показать узкую талию, потому что я произвожу именно корсетные платья. И именно я занимаюсь вечерними такими коктейльными платьями, которые вызывают у женщин именно чувство праздника. Это просто непередаваемое ощущение. Фэшн-моделей очень мало, с какими-то отклонениями, и не каждый готов с ними работать. Если меня еще будут приглашать сюда, я, естественно, буду соглашаться, потому что это просто потрясающе.